Анапчанка Ольга Захарова всю жизнь работала бухгалтером. Когда вышла на пенсию, захотела изучить компьютер. И такая возможность ей предоставилась. С 2012 года Центр социального обслуживания открыл компьютерный класс, где пенсионеров обучают работе на компьютере. Занятия здесь бесплатные. У детей спрашивать, у них не хватает терпения нам объяснять. А здесь все доступно объясняют. И мы здесь на одном уровне практически все. Поэтому очень удобно, не комплексуешь, вполне комфортно себя чувствуешь. В 2014 году по утвержденной программе прошли обучение 110 анапчан пожилого возраста. В век прогресса компьютерные технологии проникли во все сферы. Знание компьютера актуально для молодежи и для пожилых людей. В компьютерном классе преподаватели обучают пенсионеров азам пользования компьютерами и интернетом. По окончанию курса выдается сертификат негосударственного образца и методический информационный материал в электронном виде. Они очень довольны, так как они после обучения на курсах могут общаться посредством Skype, осуществлять запись на флеш-карты, на диски, переписываться по электронной почте. Обучение в школе по уходу за пожилыми людьми и лежачими больными тоже бесплатное. Для каждой семьи пожилой человек или инвалид – большая ответственность. Уход за ними нужен постоянный. Часто не хватает знаний, опыта, необходимых для исполнения своего долга перед близким человеком. Курс обучения состоит из 9 занятий, в которых рассматривается образ жизни пожилого человека-инвалида, его питание, его режим жизни – и уход за телом, за бельем, за домом, за комнатой. Ну, в общем, чтобы были благоприятные условия для жизни пожилых людей и инвалидов. Социальные работники, родственники больных обучаются оказанию первой медицинской помощи и методам контроля за здоровьем, процедурам общего ухода, знакомятся с профилактикой осложнений тяжелых заболеваний. При необходимости работники учреждения оказывают индивидуальные консультации, в том числе на дому проводят практические занятия. Сведения, которые мы получаем в школе по уходу, нам очень-очень помогают в нашей работе, потому что клиенты у нас бывают очень сложные, что им нужно оказать, допустим, какие-то неотложные меры помощи. Подробную информацию о занятиях в школе и компьютерном классе можно узнать по адресу: город Анапа, улица Крымская, 181, и по телефонам 431-48-463-64.